КВНщики собрались в Зимнем театре. Там прошли сразу две четвертьфинальные игры. На сцену в воскресенье вышли 15 команд. Это и сборные университетов, и гости курорта. Команды из Владикавказа и Абхазии. Судили игру бывшие КВНщики, участники высшей лиги клуба «Веселых и находчивых». Также в жюри пригласили известную актрису Валентину Рубцову, звезду сериалов «Универ» и «Саша Таня». А в числе почетных гостей праздника юмора был глава Сочи Анатолий Пахомов с супругой. Мэр города признался, что очень любит эту игру и с удовольствием поддерживает начинающих юмористов. Я, конечно, очень стараюсь, чтобы и дальше это продвигалось, потому как это еще одно возможное увлечение нашей молодежи. И, как вы понимаете, что наш гуманитарный проект, он и предусматривает это создание условий для того, чтобы каждый молодой человек нашел себе увлечение по его желанию. Как говорят сами веселые и находчивые, сегодня в Сочи настала пора второго рождения сочинского КВН. Его развитием на курорте занимаются бывшие игроки высшей лиги. Сегодня в КВН в Сочи играют и студенты, и школьники. В прошлом году в Сочи появился и дом КВН. Помогла городская администрация. Сейчас там проходят заседания редактуры и репетиции команд.